Доброго дня суток! Вы на канале Мадам Валентина. Сегодня мамин рецепт с изюмом. Я решила сделать сырнички медом и курагой. Что нам для этого понадобится? Как о тебе творога, не думай. Одно яйцо. Ты все равно две столовые другой ложки сахарного песка. В окна порыв Норд-Веста. Бешен по-мужски. Все ингредиенты липнет смешиваем к ладоням. Тесто, надо еще муки. Краем стекольным бритвой строчки в письме прочти. Есть за тебя молитва, нет за тобой пути. Ни в кандалах косторогу, ни босиком в пургу. Сырников на дорогу, что я еще могу? Ехать тебе не близко, поезд, вокзал, огни. С горкою вышла миска, Боже, тебя храни. Наши сырнички, будущее. И формируем с них. Чтобы не так. Так, ножик нам не понадобится больше. Получились такие у нас сырнички, и будем мы их готовить в казане. Взяли казан, поставили на огонь, польем немножко маслица, размажем его по нашему казану. Излишки масла можно убрать. Оно питает нашу салфеточку. Вот. И будем укладывать наши. Сырнички. Они сейчас приготовятся с одной стороны. Перевернем на другую сторону. И выполним на нашу тарелочку. Вот такие сырнички. Пышненькие у нас получились. Все пропеклось. Всем приятного аппетита!